Почему, по вашему мнению, участились разводы в Республике Дагестан? Ну, потому что родители заставляют насильно выходить детей замуж. Например, именно девушку. Если даже девушка не хочет, родители заставляют это делать. В большинстве случаев виноват интернет. Потому что много ненужной информации, провокационной. Поэтому. Ну, которая не соответствует дагестанским обычаям, дагестанским этим. Вот эта информация там много. Непонятки, поэтому вот основная причина – интернет. Это делается для вот получения элементов. Вот женщины получают какие-то там пособия. Официально вот. А так разводы все равно по сравнению с чем раньше они участились, потому что молодые люди не проявляют никакого терпения, не хотят уступать друг другу, понимать, не слышат друг друга. И не ценят вот союз семейный. А потому что распространилось многоженство сейчас в наше время, и поэтому девушки, они разводятся со своими мужьями из-за того, что они берут и вторых жен, и третьих, и поэтому они это не выносят и разводятся, ну, по моему мнению, так. Мало имана, я думаю, у людей. Поэтому, потому что если вдруг до этого доходит, до развода, я думаю, сначала надо... Ну, прийти вот сюда в мечеть, даже к имаму, и здесь вопрос можно решить семейный. Просто люди вот, как сказать, родственникам, родственники бывают мешают тоже там по семейному, не работает человек, в основном, ну, просто тупой дома сидит, как это, тему ждет, и все. Вот так нельзя, короче, надо работать, семью обеспечивать, и все нормально будет, на имане, чтобы было.